you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, а вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на серии Magic Replay, первой серии. Мы не Кирилл Футбол, и сегодня буду покупать новый бизнес. Так, что скажешь, сколько пробег, типа, 24856. На этой бэхе. Ого. Короче, кто был на стриме в понедельник, тот знает то, что я... Короче, я тебя давно помню. Короче, тот понимает, что я продал, короче, свой бизнес. Это у нас таксопарк в этом, блин, в Юшке. Я его, короче, продал за 4,5 миллиона. За 4,5 миллиона я его продал. Ну, блин, чувак писал, типа, куплю таксопарк. Но я ему написал, типа, сначала 5 написал, потом пишу, типа, 4,5. Он такой, типа, он пишет, типа, 2,4,5. Я пишу, ну, окей. И без проблем. Это мой был гос, летел, когда в бане был. Бывает, чувак. Ну, короче, я решил столовую купить, вот эту, за 2,8. За 4,5 я продал. Таксопарк. 4,5. Теперь это будет мой бизнес. Столовая, как бы, все дела. Оплачен, говорит, за, на 30 дней. Мне, в принципе, прибыль неплохо. Так, за 2,8. Окей. Удачи, спасибо. Спасибо тебе, чувак, то, что я купил себе бизнес. Теперь это мой бизнес. Да, все. Вход я сделаю, наверное, бесплатный, в принципе. Так, биммер пусть тут стоит. Все у нас хорошо, я купил этот бизнес. Давайте в него зайдем. Думаю, все знают этот бизнес. Все его, в принципе, знают. И я на лучи как бы частенько хожу. Я просто купил его для души, чуваки. Я не купил его ради прибыли. Я не купил его ради перепродажи и так далее. Конечно, я, может быть, его дороже продам. Там, не знаю, за 3 ляма продам. Его реально продаю за 3 ляма. Потому что, блин, финку, я мне похер. Я вот серьезно, я даже финку не спрашивал. Я даже финку не спрашивал просто. Потому что мне насрать. Мне реально насрать. Он, да, он, кстати, не соврал, оплачивал на 30 дней. Ну, финка. Кстати, нихуёвая такая финка. Кстати, нормальная, блин. Я думал, хуже будет, серьезно. Я думал, хуже будет, реально. А финка нихеровая такая. Вообще заебись. Серьезно, блин, ну за 2,8, как бы, это дешево. Я помню, ее за 5 продавали, за 4, но за 2,8, чувак пишет сначала, типа, 3. Типа, на торг уместен, я пишу, типа, 2,8. Он такой, окей, ну и окей, в принципе. Что мне там по банку осталось? Ну, да, почти у меня осталось 21 миллион, и я снова с бизнесом. Я сегодня продал таксопарк на стриме, и уже в 9 часов вечера я купил себе новый бизнес. Да, именно столовую. Именно столовую, да, знаю, это не прибыльный бизнес, это вам не таксопарк. Да, таксопарк повеселее, конечно, будет, но таксопарк и дороже, как бы, по сути, сами понимаете. Вход я, наверное, сделаю бесплатный. Вход кью-кью. Чело-чело. Бизнес оплачен, на 30 дней оплачен, да. Прибыль за сегодня 7600, тоже неплохо. О, у него госка 750 тысяч. Хм, не ожидал, честно, я думал 500. Ну, кстати, неплохая госка. Ну, думаю, за 3, если даже я буду решил продавать, то за 3 я его, думаю, спокойно продам. Я люблю, вот, серьезно, люблю именно покупать бизнес в батарею. Я себе аптеку вот эту взял, блин. Но я думаю, ее никто не продаст. Дмитрий Кортун. Я думаю, ее никто не продаст, в принципе, поэтому я хз, на самом деле. Бэха моя здесь стоит. Вот я купил, короче, себе вот такой вот бизнес. Это столовая. В принципе, да. Думаю, неплохой бизнес будет. Прям
класс. Я, честно говоря, не помню, владел я этим бизнесом или нет. Вот, серьезно, я не помню. Блин, по-моему... Нет, я, по-моему, не владел. У Тимохи этот бизнес был, по-моему, да. Ну, честно, удивлен, что его так дешево продали за 2,8, как бы. Я, по-моему, хотел недавно себе его купить, но его продавали дороже как-то. Я не знаю, почему, но... Продавали за 4 или за 6, я даже не помню. Ну, серьезно, дорого было, а сейчас за 2,8, в принципе, нормально. Вполне себе нормально, да. Адекватная цена. Мне даже нравится. Чувак выделывается, тут ездит. Ну, тут есть одна проблемка, это то, что продукты нужно заводить не спереди, а вот здесь, короче, назад подъезжать. Вот сюда, вот здесь назад подъезжать надо будет, чтобы завести продукты, но думаю, это не представит мне проблем, поэтому все будет хорошо. Можете приезжать, в принципе. По навигатору я даже не могу вам сказать, по навигатору где он. Какой номер бизнеса? 9 номер бизнеса. Так, норм что ли без? Да. 2,8. Взял. Финка. 10-40. Так, можно МГшить, думаю, админы не спекают. Пойдет. Тогда. Угу. Нормальный бизнес, что я не жалуюсь. Я купил не ради прибыли. У меня тоже бизнес есть. Кой. Какой у тебя чё, бизнес, мне интересно. 24/7. Где? Напротив ДПС. Нормально. За сколько брал? За сколько брал, мне интересно. Вот, я вот всегда хотел этим бизнесом. 10-15к финка сегодня. Нормально. Нормально. Да, сильно. Да, я целый день за 20 миллионов что-то искал. Вот только ты нашел. Не стал продавать. За 25к хотели взять. За 25 миллионов. Что-то дорого, как это 24/7. Он даже бы через систему не мог бы дать. Ясно. Удачи. Удачи. Удачи тебе, чувак. Чисто побеседовали с чуваком. Блин, а кстати, там 25 миллионов, блин. Да ну это бред. Вон продают бизнес. Мой бывший это спортзал за 23 миллиона продавали. И то там финка как бы, ну, 300 тысяч в день, по-моему. Но я не захотел обратно покупать. Ну это тоже бизнес, думаю, неплохой будет. Так что можете приезжать, кушать, в принципе. Как бы вход бесплатный. Вы знаете, что в любом бизнесе у меня вход бесплатный. Ну, кроме таксопарка, потому что не было входа вообще. Ну, понимаете, да. Ну, а здесь вход бесплатный, качественные продукты. В принципе, это центральная столовая, как бы. Думаю, блин, все понятно. Я забыл, блядь, номер обратно. Какой там номер? 6, по-моему? Или какой? Вор 005. Что он хочет? Пойду посмотрю. Тут продается вообще. Блин, ни разу в столовых не был. Лол. Кстати, кабанчик прикольный. Ну ладно, думаю, на этом будем заканчивать. В принципе, я думаю, вы понимаете, где находится столовая. Вот, центральная, вот. Въезд, вот, самый главный въезд. Вот, прям не вот, в центре прям находится столовая. То, в принципе, думаю, все знают. По GPS, ну, вроде, вот, сейчас, бизнес. 6 вроде же бизнес. Не, 9 бизнес, да, вот, 9 бизнес. Вот это моя столовая. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, к ним подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.